На сцене кукольного театра звучали стихи Расула Гамзатова. В Махачкале стартовал конкурс чтецов, посвященный юбилею народного поэта Дагестана. В нем принимают участие школьники самых разных уголков нашей республики. Каждый из них поистине вкладывал в душу в произносимые строки. Как будут выбирать победителей, расскажут наши корреспонденты. Строки стихотворения Расула Гамзатова выразительно и с трепетом читают со сцены театра кукол участники поэтического конкурса. Чья мать жива, именем моих погибших братьев, вдумайтесь, молю мои слова. «Хочу любовь провозгласить страною» – под таким названием проходит 21-й республиканский конкурс чтецов, посвященный 95-летию со дня рождения великого дагестанского поэта. География конкурса обширна. Здесь ученики столичных школ, городов и районов республики, ребята с высокогорных аулов. Я хочу, конечно же, чтобы этот конкурс жил, чтобы он развивался, чтобы все больше и больше вовлекались в него наше юное подрастающее поколение, потому что это способствует развитию, во-первых, духовному развитию, эстетическому развитию и художественно образовывает их. Выступающие разделены на две категории – младшую с 1 по 6 класс и старшую с 7 по 11. Всего в конкурсе принимает участие 150 детей. Каждый из них выбрал стихотворение Расула Гамзатова, которое пришлось ему по душе. Я выбрала стихотворение Расула Гамзатова «Покаяние», потому что его стихи до глубины души всегда затрагивают. То есть у него такие простые строчки, но в них такой глубокий смысл. Хочу рассказать о стих Расула Гамзатова «Берегите матерей». Я все его стихи люблю, но этот стих мне понравился больше всего. Я выбрала стихотворение Расула Гамзатова «Дагестан». Расул Гамзатов очень любил свою родину. И поэтому он написал этот стих. Он очень любил Дагестан, хотел посвящать ему стихи. Строгое жюри, в состав которого вошли выдающиеся деятели искусства и культуры республики, оценит конкурсантов по нескольким номинациям. Когда выходит ребенок на сцену, во-первых, мы тем самым подчеркиваем общественную значимость его выступления, его творчества. И тем самым мы способствуем выявлению талантливых детей и развиваем детское творчество посредством одаренных детей. В фойе театра открыта выставка детского рисунка «О, как люблю я сердцем горца тебя, мой маленький народ», также приуроченная к юбилею Расула Гамзатова. Любава Маслова, Руслан Гаджиев, «Время новостей».